Вот это здание мне очень понравилось на Кисловодской улице. Здание в стиле модерн. Или конец 19 века, или начало 20-го. И рядом тоже интересное здание в таком тюремном стиле, в русском. Это улица Кисловодская. В городе очень много елей, хвойных деревьев. Это вестибюль концертного зала имени Шаляпина. Удивительно то, что здесь находится самый большой орган на Кавказе. Действующий большой орган с местом органиста. Прекрасный рояль Стенбей. Типовое здание из стекла и бетона. Наверное, 70-х годов. Украшены люстрами. На потолке фреска. Вероятно, символ счастья. Леса, реки, поля. Материнство, детство. Вся жизнь впереди. Картины человеческого бытия. Концертный зал имени Шаляпина.